Бля, чё за... Реально, слышь, давай не будем больше материться никогда. Вот реально. Вот давай, вот весь день не будем материться. Готов? На что поспорим? На 100 рублей. Нет. Ну иди нахуй, да-да. 100 рублей там много. Короче, кто из нас первый матерится, тот себе на аватарку Аллу Пугачеву ставит ВКонтакте. Давай. Давай, слышь, спорим. Вот давай, иди сюда, я пари заключаем. Давай. Все, я заключил этот водос с этой минуты. Запомни. Ну ладно, пойдем. Я просто буду молчать. Мошонка же не мат? Нет. А вагина тоже не мат? Нет. Пенис не мат? Нет. Все хорошо. Мошонка, вагина, пенис. А вот спорим, сейчас подзабудешь, и я тебя подловлю. Подловлю. Вот еще одна миссия. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ой, как больно стреляют они. Плохие люди. Плохие люди. Очень плохие люди. Я расстроен. Смотри, он едет, даже колеса у него не двигаются. По песку, блин. Доктор Икс. Ну смотри, как он стоит у него. Смотри на рюкзак. Зачем ты тайник поставил? Давай что-нибудь другое. Тайник. Ну чё, как дела? Нормально. Отлично? Великолепно. В общем... Даже поговорить не о чем, да? Реально. Начинается ломка. Реально, кстати. Сказать это словно ты не можешь его сказать. Зачем я сделал круг и сюда же вернулся? Объясни. Серег, ты попал в эту адскую цепочку. Где линия жизни становится точкой. Что ты делаешь? Уничтожай их. Что они творят? Атакуй, Вадим, атакуй! Атакуй, Вадим. Хорош. У него в попе столько игл. О, спасибо, вы так любезно даже сделали автомобиль для меня. Естественно. Я так хотел вам угодить. Благодарю. Что это за коровья лепешка? Извините за выражение, конечно, а не миссия. Почему, когда мы следуем по стрелочке, у нас ничего не получается? К глубочайшему моему сожалению. Потому что не надо убивать того странного человека. О, да мы богаты с вами, Вадим. Я собрал столько зеленых купюр, что на них можно снять распутную девку. И даже не одну. Вот, Вадим, ответьте мне на вопрос. Вы напалечник? Вы могли оставить бы мне какую-нибудь пушку, а не забирать все в одно лицо? Вот так реально логически подумать, да? Если бы люди не ругались матом, они бы в себе все держали, да, все эмоции, вот эти, негатив, и потом просто реально с ума сходили и начинали друг другу откусывать гениталии от злости. Добрый день, мадемуазель. И пока. Ваш отец случайно не пекарь? Потому что по пропорциям вы очень сильно похожи на булочку. Это что такое? Вадим! Что это было? Знаете, сэр, я сам в шоке. Я подумал, что вы посетили концерт Prodigy сначала. Да. Садись ко мне в тачку, садись в тачку, в тачку садись. В тачку садись, в тачку садись, в тачку садись! Стервятник, стервятник взорвать. Дай-ка я в него... Попал, что ли? Это ты попал ракетой? Или я? Не. Это значит я. Ну-ка, ой. Ай, хорошо-то как вошла! Ой! Ой, Ара, что, припекло у тебя, да? Припекло, припекло, да, партизан? Лови еще одну, а? А где... О, у него тут наверху. Лучше бы я это не говорил! Ну-ка, сейчас, погоди. Дерьмо. Хочешь, возьми. А вот и нет. Так, спасти друга или взять пушку? Спасти друга или взять пушку? Спасти друга или взять пушку? Бери, бери взять уже. Взять пушку! Отойди!
Фух. О, какой милый, чудный городок. Просто соус... пукель какой-то. Это что? Чё это такое? Слышь? Mm. Тут этот ящик с оружием ходит. Ха. Во. Хорош. Как всегда, разместить взрывчатку, забрать печатку, что это такое? О, это вы тут гуляете? Добрый день. А я вам не мешаю немножко? Не мешаю, да? Ну ладно. А вот если я буду сидеть тут и буду мешать, может, ты разозлишься? И матернешься? И потом Аллу Пугачеву на аватар себе поставишь, а? Давай, матернись, скажи. Давай, ну-ка! Сыкло! Просто сыкло! Тут так подойди, вот так смотри. Как? 3D, слышь? 3D. Oculus Rift. 3D, блядь. Я не хочу ставить Аллу Пугачеву. Ты мне сказал, посмотри в это окошко. У меня голова закружилась, я не мог контролировать, что говорю. Че бывает со всеми? Твою мать. Ну ладно, Алла Борисовна, простите. Простите меня, матершинника. Награда.